12 пермских компаний примут участие в деловой поездке в Болгарию. Делегацию организовала Пермская торгово-промышленная палата. В группе присутствуют представители химической промышленности, машиностроения, сельского хозяйства и гостиничного бизнеса. За рубежом пермяки проведут переговоры с местными предпринимателями, предварительные договоренности о взаимодействии и даже налаживании экспорта из Пермского края уже достигнуты. Это хорошие, серьезные продукты, это хороший экспорт будет, это хорошие технологии, которые найдут там внедрение. Тем более, что некоторые из них уже сертифицированы по международным стандартам, и не нужно будет тратить время на это. Это вот готовый экспорт или готовые совместные предприятия с миллионами, конечно, инвестициями, миллионы евро. Сегодня объем внешнеторгового оборота Прикамья с Болгарией составляет менее 1% от общей доли в регионе. Также, по последним данным Пермстата, за первые 5 месяцев этого года объем внешнеторгового экспорта Пермского края сократился почти на 40% по сравнению с показателями прошлого года, составив менее 2 миллиардов рублей.